Ляпина. Родилась в Хабаровске, в семье железнодорожников. В моей семье никто не имел отношения к искусству, тем более к живописи. Я с детства была уверена в том, что совершенно не умею рисовать. О том, что существует методика интуитивного рисования, я узнала совершенно случайно. В 2016 году моя знакомая пригласила меня на мастер-класс. И в возрасте 55 лет я написала свою первую картину. Маленькую, на картоне, маслом. Но это была моя картина, и я поняла, что у меня получилось. С тех пор я взяла в руки кисти, краски. Занимаюсь живописью. Сначала пыталась сама, по мастер-классам или срисовывая картины других художников. Но в итоге поняла, что нужно учиться у хороших учителей. В Инстаграме я увидела информацию о Санкт-Петербургской школе живописи и картины художника Надежды Ильиной. Я, не раздумывая, пошла учиться в эту школу. За 6 месяцев я прошла полный курс обучения от рисунка карандашом до создания авторской картины. В настоящее время я продолжаю обучение, осваиваю новые техники. Картины пишу в основном масляными красками на холстах, но планирую освоить акриловую живопись и писать интерьерные картины. Я очень люблю писать пейзажи, цветы, птиц. Мне очень хочется на своих картинах показать красоту того мира, который меня окружает. Я много путешествую. Каждое путешествие – это открытие нового и неизвестного. В нашей огромной стране очень много красивых мест. Природа везде разная. Те же самые деревья и цветы, которые я вижу каждый день у себя дома, в Карелии или, например, на Алтае, совсем другие. Мне очень хочется поделиться впечатлениями от путешествий, отразить на холстах свои эмоции, передать свое восхищение природой.